Доброй ночи. В общем, не выдержал я тут и решил побриться всеми тремя. Поэтому бритвки после этого момента попадают в раздел раритетных, так как они уже пользованы один раз. Ну, начнем с того, с чего я начинал. Вот с этой бритвки. В общем, пошла она отлично. Брить, то есть просто отлично. Ну, прошла чуть дальше, чем проходит у меня старый батчер. И перестала. То есть батчер примерно после 2 сантиметров на шее только. На шее, то есть не подбородке даже, на жестких волосах, а на шее. После примерно 2 сантиметров полоску такую вот на пол шеи 2 сантиметра, и он садится. Это прошла примерно 4 сантиметра. То есть дальше батчер в принципе в 2 раза. И подсела. За ней подбривала потом ШХ 15. Ну, что пока помню. Чтобы ничего не пропустить. Потом я начал бриться D2. Что сказать по D2? Ну, бреет мягко. Очень мягко. Заточка у всех одинаковая после Гуанси. Супер мягко, я бы даже сказал. Даже, я не знаю, нет, с Дамаском сравнивать. Да, да помягче Дамаска все-таки. D2. То есть та же H12 MF. В общем, щетина справлялась везде. Я пол лица ей выбрил. Также оставил на половину, то есть усов, половину подбородка. Она совсем справилась. То есть она справилась не так просто и вот идеально, как Дамаска и бритва, но она, то есть на полшага уступила Дамаска и бритве. На полшага. Брила максимально мягко, еще раз повторюсь, и выбривала довольно-таки чисто. Иногда 1-2 волоска пропустила, где-то так вот я еще раз по этим местам шаркнул, и там все чисто стало. Очень порадовал результат. Любителям мягкого бритья рекомендую. И то есть, если у кого не супер свежесть, жесткая щетина, то это вообще просто идеал. Так как она даже меня выбрила. Дальше. Вторую половину лица я брил вот этой ШХ-15 сталью. Реально жгучая брюнетка. Реально жесткое бритье, максимально жесткое. Ни одна сталь так не бреет. Нет, бреет еще 9HS, еще жестче. Но сейчас у меня ее нет. Бритва из 9HS, поэтому брился вот этот вот ШХ-15. И она очень показала жесткое бритье. Но щетина справлялась на уровне H12 MF. Но пробривание было чище. То есть по частоте пробривания вот ШХ-15 на полшага отстает от дамасской стали. По частоте пробривания D2 отстает от дамасской стали на шаг. По мягкости бритья наоборот. Отстает от дамаска D2 на полшага. ШХ-15 от Дамаска встает на шаг. Тоже так же легко выбрил пол подбородка, половину усов. Это самые такие места, которые вообще бритвы многие не берут. Мне даже там U8 не берет. У меня вот эта вот К340 не взяла. Да ее даже не дошел. Какой взяла? Она на шее там остановилась. Ну вот как бы такой вот вердикт. То есть, если хотите лучше из лучших, все равно Дамаск сделает все эти бритвы. Если хотите, то есть почти Дамаск и мягкое бритье, H12 MF, D2. Если хотите почти Дамаск, но чистое бритье, но жесткое, прям как вот как прямо самая сволочная немка, ШХ-15. Если хотите бритье, что-то такое вот, типа старого импорта, к
К-340. Ну, думаю, не стоит дальше уже размусоливать эту тему. Давайте по мелочам добавлю то, что вот у D2 заточка, то есть как у всех вот этих вот трех бритв на Guanxi закончена, а заточка не блестит, не зеркальная. Тут она тоже слегка матовая, здесь зеркальная на шаха. Какие еще нюансы? Да, хруст какой-то такой глухой, необычный совершенно. Нет этого прям такого выразительного хруста, нет. Он какой-то такой глухой, какой-то мягкий хруст. Это у D2. У этой тоже хруст очень, очень тихий. Мягкий, тихий хруст. У К-340. Какие еще допы? Да больше никаких. Вот, судите сами. То есть, реальный тест по реальной суровой щетине. Бритьем доволен, выбрался чисто. Но если бы вот не эти две бритовки, то бы я был бы недоволен и выбрит не чисто, соответственно. Вот так вот. Я думаю, я все рассказал. Если будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, спрашивайте. То есть в памяти все есть, то есть как бы я просто могу сейчас вот на видео что-то пропустить и не сказать. А так, воспоминания какой-то свежий, только что побрился. Ну все, желаю удачи вам в выборе вашей бритвы. Теперь, я думаю, это будет проще. Спасибо за внимание.